так держать. Так держать. Что это значит? What does it mean? Так держать. You'll find out today and a lot of Russian very common phrases that you will need, that Russians use every day. Итак, давайте начнем. Let's begin. And the first phrase, of course, will be так держать. Так держать. Давайте напишем. Let's write it down. Номер один. Первая фраза. Так держать. Так держать. Держать. Так держать. Так держать. Так держать. Что это значит? What does it mean? Так держать. Так держать means way to go. Way to go. Way to go. Way to go. Так держать. Sorry. Так держать. Way to go. Or well done. Да, тоже. Так держать. Well done. Вторая фраза, second phrase, the second phrase is будьте осторожны. Давайте напишем будьте осторожны. Осторожны, осторожны, будьте осторожны. Что это значит? Будьте осторожны, будьте осторожны. Or informal, будь осторожен. Давайте напишем и informal. Let's write informal too, because we will need that. Будь informal, осторожен. Осторожен, осторожен. Masculine and feminine, осторожна. Instead of ен, на. Будь осторожна. Be careful. So, будьте осторожны, plural or formal, be careful, you guys, be careful, or you person that I talk in a formal way with, be careful. Будь осторожен, будь informal with colleagues, friends, family members, будь осторожен. Мужской род, masculine, будь осторожна, женский род, feminine. Хорошо, идем дальше, номер три. Is... just осторожно. 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 Осторожно means careful. Осторожно. Careful. Осторожно. Careful. Что-то не так? Что-то не так? Давайте напишем. Что-то не так? Что-то не так? Is anything wrong? Is anything wrong? Is anything wrong? Wrong. Что-то не так? Is anything wrong? Что-то не так? Is anything wrong? Номер пять. If you need a doctor, you should say мне нужен доктор. Мне нужен нужен доктор. 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 Мне нужен доктор. I need a doctor. Мне нужен доктор. I need a doctor. Скажите, say, мне нужен доктор. Отлично, молодцы. Пойдем дальше. Or мне нужен врач. Here I wrote врач and here doctor, but it doesn't matter, because they are synonyms, они синонимы, так что нормально. Врач, доктор, неважно. Мне нужен доктор or мне нужен врач. Дальше. Что случилось? What happened? What is the matter? Что случилось? Что случилось? Скажите, say, что случилось? Молодцы. Отлично. Что случилось? What's happened? What's the matter? Номер семь. И наша следующая фраза is семь. В чем дело? Что случилось? Or в чем дело? Are very similar. В
чем дело? В чем дело? Дело. В чем дело? What is the deal? What is the matter? В чем дело? Or что случилось? What happened? Same. Что случилось? Or в чем дело? Скажите, say, в чем дело? Молодцы. Пойдем дальше. Номер 8. И 8 у нас... Все в порядке? Is everything all right? Все в порядке. Порядке. Все в порядке. Is everything in order? Is everything all right? Все в порядке. Все в порядке. Is everything all right? Все в порядке. Молодцы. Пойдем дальше. Номер 9. Девятая фраза. Ninth phrase is. Вы готовы? Formal or plural. Вы готовы? Готовы. Вы готовы? Are you ready? Formal or plural. Informal will be ты готов? Ты готов? Ты готов? Or женский род, feminine, ты готова? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Вы готовы? Plural or formal. Ты готов? Masculine. Ты готова? Женский род. Feminine. Хорошо. Номер 10. И 10-я фраза у нас сегодня. Идет дождь. Идет дождь. Дождь. Идет дождь. Идет дождь means it's raining. Идет дождь. It's raining. Идет дождь. It's raining. Or идет снег. It's snowing. Идет снег. It's snowing. Идет снег. It's snowing. Идет снег. Отлично. 12. 12-я фраза. Кто звонит? Кто звонит? Кто звонит? Who's calling? Кто звонит? Who's calling? Кто звонит? Who's calling? Кто звонит? Who's calling? 13. S. Поверни направо. Turn right. Поверни направо. 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 Поверни направо. Turn right. Поверни направо. Turn right. 14 is поверни налево. Turn left. Поверни налево, налево, налево. Поверни налево, turn left. Поверни налево. 15 is поверь мне, believe me. Поверь мне, believe me. Поверь мне. Believe me. Поверь мне. Believe me. Давайте напишем. Believe me. Поверь мне. Отлично. 16. 16 is. Береги себя. Давайте напишем. Береги. Береги себя. Себя. Береги себя. Take care of yourself. Take care of yourself, да? Береги себя. Береги себя. 17. Я устал. Мужской род, если вы мужчина. Я устал
I am tired. Если вы женщина, добавьте букву А. Я устала. I am tired. Feminine. Я устал. Я устала. Я устал. Я устала. Молодцы. Отлично. Пойдем дальше. 18. 18 is. Позвольте мне. Давайте напишем. Позвольте мне. Позвольте мне means allow me. Allow me. Let me try. Allow me. Позвольте мне. Позвольте мне. 19 is. Именно так. Именно так. Именно так means exactly so. Exactly so. Именно так. Exactly so. Именно так. Exactly so. Именно так. Именно так. Хорошо. 20. 20-я фраза. 20th phrase that we have today is. Я ясно выразился. Я ясно выразился. 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 Я ясно выразился. Выразился. Мужской род. Masculine. Feminine. Выразилась. 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 Женский род. Я ясно выразился. Так, do I make myself clear? Or did I make myself clear? Я ясно выразился. Did I make myself clear? Я ясно выразился. Did I make myself clear? Or feminine. Я ясно выразилась. Did I make myself clear? Отлично. Пойдемте дальше. 21. 21 is. В чем подвох? В чем подвох? Давайте напишем. В чем подвох? Подвох. В чем подвох? В чем подвох? Means. Is this a trick? What is this about? What's the trick? Do you want to? It's something not. Something is not. I feel that something is that. I feel that there is a trick. Да? В чем подвох? What is the trick? Хорошо. 22. Я так не думаю. Я так не думаю. Не думаю. Я так не думаю. I don't think so. Я так не думаю. I don't think so. Я так не думаю. Хорошо. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду. В виду. Что ты имеешь в виду? What do you mean by that? What are you getting at? Что ты имеешь в виду? What do you mean by that? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Хорошо. 24. 24 is бред какой-то. Бред какой-то. Бред какой-то. This is such a nonsense. Бред какой-то. Such a nonsense. Бред какой-то. Бред какой-то. Such a nonsense. Позвони мне. Позвони мне.
Позвони мне, call me. Позвони мне. Позвони мне, call me. Позвони мне, позвони. Call me, call me. Дальше. 26. 26 is. 26-я фраза у нас примерь. Примерь. Давайте напишем примерь. Примерь. Что это значит? Try it on. Try, try it on. Try it on. Примерь. Try it on. 27. У нас фраза. Понимаешь, о чем я? Понимаешь, о чем я? Do you understand what I'm talking about? Понимаешь? Do you get me? Do you understand me? Понимаешь, о чем я? О чем я? Понимаешь, о чем я? Do you understand me? Do you get me? Понимаешь, о чем я? 28 is сколько это стоит? Сколько это стоит? Стоит. Сколько это стоит? Сколько это стоит? How much does it cost? Сколько это стоит? How much does it cost? Сколько это стоит? How much does it cost? Это слишком дорого. Это слишком дорого. 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 Это слишком дорого. Это слишком дорого. This is too expensive. Это слишком дорого. This is too expensive. Это слишком дорого. This is too expensive. 30 is. Это не мой размер. Это последняя фраза. This is the last phrase. Это не мой размер. Размер. Это не мой размер. Что это значит? What does it mean? Это не мой размер. Means this is not my size. It's not my size. Это не мой размер. It's not my size. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Thank you for being here with me. Увидимся с вами в следующий раз. Целую вас. Пока. Чмоки-чмоки.